Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео мы с вами подготовим песок для стратификации семян или косточек. Для этого я использую вот такой вот речной песок желтого цвета. Для того, чтобы нам в ходе стратификации избежать появления плесени и каких-либо неприятных моментов, вплоть до того, что косточки могут сгнить. Песок предварительно необходимо прокалить. Как я это делаю, я покажу вам в этом видео далее. Это видео я снимал несколько лет назад, и вот как бы дошла его очередь рассказать и показать об этом наглядно. Сейчас давайте я вам это видео продемонстрирую, и далее мы продолжим. Первым делом, для того чтобы осуществить закладку семян на стратификацию, нам необходимо подвести подготовительные работы. Для стратификации нам будет необходим песок, но песок... Перед тем, как использовать, необходимо прокалить во избежание образования плесени на семенах и неприятных моментов в связи с гибелью косточек или семян. Мы песок прокаливаем. Для этого я вот выкладываю его на противень и ставлю в печку на 10-15 минут для того, чтобы его прокалить. Берем прогноз и ставим его вот так вот. Вот таким образом мы закладываем. Через 10-15 минут посмотрим, что с ним стало. Ну, прошло 15 минут. Открываем. Так, сначала включаем все это дело. Открываем. Доставляем. Видимо, немножко потемнел. Предыдущая партия была еще темнее. Ну, вот так вот он выглядит. Ложечку. Вот он. Видно, сверху темно, снизу светлый. Ну, что достаточно. Прокалился. Разбился. Для этого приготовил оцинкованное ведро. Пластик нельзя это сыпать. Сыплю в ведро и загружу следующую партию песка. Таким образом осуществляется прокаливание песка перед стратификацией семян или косточек. Ну вот, в принципе, вы посмотрели, каким образом я осуществляю подготовку песка для стратификации. Следующим этапом будет это вот определенные добавить сюда воды, чтобы песок был определенной влажности. Таким образом я проверяю, достаточно ли влажный песок для того, чтобы закладывать косточки на стратификацию. Когда песок берется в комок и вот таким вот образом, сжав руку и отпуская, он оставляет свою форму, вот, и при этом при нажатии на него рассыпается, то вот этой влажности песка в принципе, достаточно для того, чтобы закладывать семена. Вот мы видим, да? То есть он легко разламывается, но при этом мы можем сделать из него, вот, сжав кулак, форму. Вот так. Ну, при нажатии он рассыпается. То есть вот этой влажности будет достаточно для того, чтобы использовать этот песок для стратификации. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока!